Всем привет, это Северный Степной Крым, 12 декабря, сегодня утро началось невесело, козы ночевали в огороде, тепло было, заводить не стали, решили оставить в огороде, чтобы гуляли, за что и поплатились мы ночью, козу не украли. Не подумайте, ночью разрывалась собака, она уже где-то с месяц, наверное. Собака скулит, просится в дом. Но я даже не подумал бы, что они... Ну как просится, то есть звала собака, на подоконник становится, скулит. Ночью я проснулся, опять собака сходит с ума, по телу собаки сходят с ума, разрываются. Хорошо, что я сюда не вышел, потому что он явно был не один. А я бы с просонья бы вышел бы, ничего бы я не сделал бы сам ночью тут. Тем более я бы вышел в темноту и неизвестно, чем бы это еще закончилось. Но это спасло козу и козла, потому что я спугнул их. Иначе бы они бы так же само вот лежали бы. Вырезали бы мне всех коз, Баня. Это 100% волки. Сейчас объясню, почему. Вот. Сейчас покажу. Вот здесь вот она была прибита. Коза. Они здесь уже так не один год мы прибивали. Никогда не было никаких проблем с этим. Собака молодец, конечно. Она очень хорошо слышала. Слышала, пыталась меня это, разбудила меня. Стучала на подоконник прям лапами, скулила, кричала, звала, бегала, тявкала. Ну а что я, блин, я-то не знал. У меня такое первый раз. Я-то знаю, что волки у нас в степи лютуют давно, но в село они вот так вот не заходили. Это, блин, середина села. И причем прошли они вот там вот, короче, между ФАПом. То есть прошли они вот там вот. Там загорожены дворы, ну, где-то вот в том районе прошли. Почему в том районе прошли? Сейчас я вам покажу сначала, что они сделали. Короче, загрызли они козу. Вот он цепился и шею прокусил. Там прям видно. Я сказал, смотрел, клыки прям задушил. И вот так вот выел внутренности. И пытался туда вытащить ее. Вот она была натянута вот так вот, как по струнке. Пытался ее вытащить, а она привязана была на цепь. И это он ее не смог утащить. И жрал ее здесь. А я, получается... Иди! Нельзя! Фу! Нельзя! Еще не хватало, чтобы ты мне еще за козами охотилась. Иди! Иди давай! Давай, молодец! Все, иди на место! Давай, пошла! Давай! Место пошла, я сказал. Она у меня, она умная. Давай, 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 давай! Не задерживает. Она у меня все понимает. Как человек, только я ее не понимаю. Я и себя понял. Да, уже поздно было. Это может их к лучшему, что я не вышел сюда. Волк был не один. Почему не один? Смотрите, он выжил здесь, короче. И часть козы. И потом они... Вот там вот бараны находятся у соседа на углу. Он их перегнал, потому что у них на кошаре вырезали уже часть барана в волке. Он их перегнал, вон машина едет, желтая. Не знаю, видно будет, нет? Вон машина желтая едет. Вот там вот два барана, короче, в степи лежит. Сожрали. Тоже из загородки, загородка. Тоже вытащили из загородки прям баранов целиком. И зажрали там. Одного выпотрошили, второго пол барана прям съели. Волк был явно не один, голодный, потому что съели довольно-таки много. У меня здесь выели козу. Они бы зарезали бы всех бы мне коз, если бы я их не спугнул. Я ночью начал кричать на собаку. Успокойся, ты что, раз с ума сходишь? Разбудила среди ночи. Вышел, по селу собаки разрываются. Ну, фиг его знает, мало ли кто-то ходит. Оно ж не это самое. Нет у меня опыта как бы с волками. Да и не было никогда, сколько мы лет уже, больше 10 лет уже живем. Тут лет 12, наверное, здесь мы живем. Или больше, я уже со счета сбился. Не было... Резали по кругу, там где-то зарежу, там где-то на кошаре резали, там кошара. Ну, кошара, она в стороне, прямо возле речки. Как бы там понятно, вон поехали туда.
хозяева кошары, на двух машинах поехали смотреть, у них там тоже часть барана. Поехали смотреть, может, там вырезали. Он часть баранов сюда перевел. Прицепил собаку прямо там на углу. Да пофигу им эта собака. В наглую загрызли, двух баранов вытащили. Блин, жарю. Одного там объели прям пол барана. Распотрошили там клочья от него. Говорю, мне, представляете, вот прям в село зашли, перепрыгнули через забор и зажрали мне тут козу. Хотя тут вокруг куча собак, люди живут. Не побоялись, сволочи. А что, зайца выбили, вытравили. Зайца нету толком, жрать им нечего. Они голодные. Стали нападать на село. Представьте, за 12 лет, вот сколько мы здесь лет живем, лет 10 мы коз держим. За 10 лет вот первый раз они. Может, кругами они и ходили, но... Да не может, а по-любому ходили вокруг села кругами. Но первый раз они зашли в центр села и задавили мне козу. И мало того, что задавили, а еще что он стоял, жрал ее тут. Понимаете, он ее таскал, пытался утащить. Вот. И он ее еще и ел, падла. Он съел, какой кусок козы выел, видите? То есть он, не боясь, еще ей питался. Но когда уже я проснулся, ну я просыпался-то несколько раз, но разрываются собаки, да разрываются, мало ли чего они ночью разрываются. Выгляну, гляну, там в окна у меня там все просматривается, как бы то часть посмотрю, блин, все нормально. Все там у меня светло, свет горит, с пчелами все хорошо, никого нету. Собака, блин, сама что-то сходит, бегает. Ну хрен его знает, вышел, посмотрел, ну все нормально. Все, это козы молчат. Главное, козы молчали. Они, видно, от страху позабивались он там и молчали, блин, как партизаны. Видно, положились, попрятались. Убежать-то им некуда с цепи. Они, бедные, затаились. Только собаки вот это. А собаки по всему селу гавкают, но непонятно, может, мало ли кто там лазит по селу ночью, блин. Кому там не спится, блин. Может, кто-то там подвыпивший. Всякое ж бывает. Вон, видите, клочья аж здесь вот. Драл вон. Здесь вот у меня часть почка там все. О, клыки прям видно вон. Вон как жрал. Вон как клыком, видите? О, клык. Клыки, бля. Выдирал прям. Это 100% волки. Короче, беда пришла, откуда они ждали, бля. Теперь ночью, бля. И выходить опасно. Так они и на людей могут нападать. Как-то так. А у людей же начали, то есть слышно, там курей кто-то подушил, там кто-то это. Они, видно, давно уже охотятся. А у меня собака рядом здесь гавкала, и они кругалями ходили, ходили. Уже не одну ночь это происходит, это уже давно происходит. Не раз уже такое было, это уже просыпался я ночью, ходил, блин, посвечу. Ну что он, блин, волк? Удрал, затаился, где-то кругами ходит, собака слышит. А что, я-то его не вижу, блин. Я-то их не... И он не один, 100%, потому что не мог один волчара задавить. Вот здесь вот сожрать часть козы, там сожрать пол барана и второго барана вытащить. Это был не один волк явно. И голодные были, и это явно не один волк. Это несколько волков. То есть это стая. Что теперь делать, не знаем. Разговаривали тоже, ну что. Охотников толком нет, у нас один охотник, ну оно ему надо, у него как бы нет ничего такого. Скотина не держит, то есть оно ему не надо охотиться. Не те времена. Да и как их попробуй еще поймай. Здесь вон речки вокруг, камыши. Они со степи зашли, оттуда со степи. В общем, как-то так. Ладно, все. Не было печали, как говорится. Волки, бля, подкачали. Спасибо за просмотр. Не знаю, YouTube пропустит такое, не пропустит. Может, забанят видео. Всем пока.